Я думаю, для начала нужно настроить соло с хорусом. Убираем эти пресеты. Выбираем Rig Player. Вот он наверху. Идем в папочку, вот в эту. BHSACE. Идем на нижнюю папочку. MB Prepack. Открываем. Листаем чуть ниже. И вот появляется Nirvana. Nir. Выбираем пока. Если для соло, то 85-й пресет. Не пресет, а риг файл. Это окошко. Закрываем. Сюда мы сразу повесим, давайте, хорус. Папка хорус. Выберем Wave Chorus. Раз. Давайте реверб повесим. Комнату. Как у них, чтобы чуть-чуть хотя бы студия звучала. Room Reverb. Давайте пробовать звук. Хоруса явно не хватает. Давайте добавим скорость хоруса, тайм. Поставим где-то на 12 часов. Не хватает хоруса. Давайте микс добавим. Даже до конца можно добавить. Вот. Так, теперь давайте уберем чуть-чуть комнату. Уберем тайм. Вот так вот, где-то на 9 часов. Давайте размер комнаты чуть уберем. Чтоб именно повтора такого сильного не было. Ну, примерно тоже давайте на 9 часов поставим. И добавим вот обработанный сигнал на одно деление. Если захотите гейна, можно добавить овердрайв. Овердрайв. Вот, плюс драйв. Синенький. Прям по умолчанию кидаем. Если хоруса считаете много, чуть-чуть убрать можно вот здесь. Будет почище звучать. Все. Теперь давайте начнем собирать риф. Идем в Rig Player также. Amp Rig Player. Достаем. Открываем вот эту папку. Открываем эту папку. Теперь берем, мы в прошлый раз брали 85-й файл. Теперь берем 86-й файл. Кликаем два раза. Так, эту закрываем пока. Берем ревербератор. Room Reverb. Это слишком длинно. Тайм полностью убираем. Size. Давайте поставим на 9 часов.
На 9 ставим сайз. Чуть ярковатый он. Вот яркость ревера немножко убираем на 12 часов. Менее заметный будет, но звук будет дальше. И вот подмес реверба, сколько вам хочется, больше, меньше, подмешивайте его. То есть звук отдаляться будет. Нормально. Так, теперь Rig Player. Громкости чуть-чуть не хватает. Добавим Level. Level — это как мастер на усилителе. Жира не хватает. А жир, чтобы добавить, вот этот параметр нужно убрать. Definition. Жир, густота появляется. Еще надо убрать. Чуть-чуть назад верну. Ну, смотрите, какая у вас гитара. У меня мыльницы, они же и так жирные. Если у вас телекастер, будет самое то, можете убирать больше. Можно больше убрать, меньше, то есть зависит от гитары. Чуть-чуть верну. Вот чрезмерно же. Теперь давайте попробуем 87-й файл. Открываем. Это 86-й, 87-й файл. Этот параметр на место встал, видите? То есть ярковатый. Давайте убирать его. Здесь можно больше убрать. Этот еще жирнее. Хорошо звучит. Если кому-то не хватает также гейна, идем овердрайв. Блюз драйв. Драйв можно чуть-чуть прибрать на 12 часов. И все, пресет готов. Теперь самый сложный темп. Это чистый звук. Берем Rig Player. Также заходим в ту же папку. Еще в ту же папку. Выбираем 89-й тембр. Убираем гейн чуть-чуть. Ну, если стратокастер, там сингл или там слабые датчики, может и не придется убирать. И все. То есть и играем. Но для этих гитар это не подойдет. То есть подойдет для стратокастера, телекастера, ярких гитар. Можно и играть, если не хочется другое что-то собирать, можно играть. Но я хочу другое показать. Вернее, я его уже набрал. Просто покажу вам. Состоит он из двух усилителей. Абсолютно неправильно. Никто так не делает, но я делаю. Потому что он насыщенный и красивый звук. Вносится очень много фендера. И получается похоже. Почему бы не пользоваться? Идем в самый низ. Ампы, папка и самый низ.
Выбираем вот этот American Super 66. Кидаем сюда. Вот эту ручку делаем вниз. Остальное не трогаем. Потом идем вот сюда. Выбираем Tweed Deluxe. Fender Tweed Deluxe. Кидаем сюда. Эту ручку делаем high, а здесь остается на normal. Это все по умолчанию, кроме level. Level может зашкаливать. Я чуть-чуть убрал. Потом вешаем эквалайзер. Эквалайзер находится в папке EQ. Здесь вот этот. И вешаем кабинет. Dark Face. Кабинет. Кабинет вот этот. Тоже просто по умолчанию повесил. Можно и покрутить там, попробовать, но вроде как и так звучит. Вот такой вот пресет. Пользуйтесь на здоровье. Тоже пригодится для некоторых других проектов. Интересно звучит. Много фендера. И вот такие гитары реально звучат хорошо. Только вот именно в этой пропорции. Другие усилители не будут уже звучать. Всем удачи, творческих успехов!